привет. Сегодня у нас расклад. Специально вампира взял. Что и кто говорит за твоей спиной, да? Посмотрим на четырех картах и давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Двойка мечей. Колесо фортуны. А сила. И королева мечей. Ну смотри, первая карта — это что говорят за твоей спиной. Ну, за твоей спиной обсуждают вот, что ты слишком тревожная, да, неуверенная в себе. И это становится там причиной твоих конфликтов, твоих разногласий. То есть люди видят, что тебе трудно принимать решения. И ты часто выбираешь уходить в оборону вместо того, чтобы вот открыто разбираться с проблемами. И люди говорят, да, что ты слишком легко поддаешься сомнениям, вечно пытаешься защититься, даже вот когда никто не нападает, да? То есть ты тревожна. И вот эта тревога, да, и это напряжение, которое ты несешь в себе, оно заставляет тебя постоянно с кем-то спорить, с кем-то выяснять отношения. Я не знаю, это так или нет, но это говорят. То есть слухи вот идут о том, что ты склонна там придумывать себе проблемы, которых на самом деле нет. Ты все время находишь поводы для волнений. Они обсуждают, что даже вот в самых простых ситуациях ты умудряешься накрутить себя и раздуваешь вот из мухи слона. И все это заставляет окружающих видеть в тебе человека, который вечно на нервах, который не умеет расслабиться, живет в состоянии постоянного стресса, тревоги. И за твоей спиной часто обсуждают, что ты слишком остро реагируешь там, на слова, на поступки других. И это создает напряжение в ваших взаимоотношениях. Кто эти слухи распространяет по второй карте? Ну смотри. Эти разговоры распространяет человек, которого ты знаешь, вот знаешь, как настоящего везунчика. То есть это тот, у кого вот всегда все складывается удачно. И он прям не упускает возможности похвалиться своим успехом перед тобой. То есть постоянно этот человек хвалится. То есть так ты этого человека можешь сигнифицировать для себя. Этот человек вот любит хвалиться, как ему все легко дается, да, как все двери там перед ним открываются сами собой. И как будто вот судьба всегда играет на его стороне. Он живет вот в потоке удачи и уверенности. И это, по его мнению, да, ставит его выше остальных. В том числе и выше тебя, конечно же. Его постоянные рассказы вот о своих успехах, они вот, знаешь, создают ощущение, что он наслаждается не своими достижениями, а то, что вот он может показать тебе свою удачу, да? И вот сравнить с твоими тревогами, с твоей неуверенностью. То есть, ну, как бы сказать, вампирит. Вот бывает же такое вот, хвалится вампиря, вот этот человек вот прям вот такой. Он любит быть в центре внимания, да, использовать свою удачливость вот как способ подчеркивать, насколько он красавчик, да. Ну или это она, может быть. Я просто говорю то, что это человек. И он видит твою неуверенность вот как удобную возможность поставить себя в более там выгодное положение в глазах окружающих, понимаешь? Для чего этому человеку нужно это? Это третья карта. Ну, по силе этот человек использует эти разговоры о тебе, чтобы самоутвердиться. Он хочет доказать себе и другим, что он сильнее, что он увереннее, что он успешнее тебя. Сила, она здесь, знаешь, про его желание чувствовать власть над ситуацией и влияние на твое восприятие, конечно же. Он видит в тебе как удобного соперника, на фоне которого он всегда будет выглядеть лучше.
Возможно, это она, еще раз повторяюсь. Просто я трактую то, что человек. Этому человеку приятно чувствовать себя лидером, вот тем, кто контролирует ситуацию, да? И в глазах этого человека твоя тревога и твоя неуверенность — это только доказательство его превосходства, понимаешь? Я тебе говорю, да, трактую, а меня аж коробит. Вот реально мне так противно. Ну, этот человек, сама понимаешь, да, получает удовольствие вот от мысли, что он лучше понимает жизнь, да, что он там сильнее морально, психологически. И вот именно поэтому ему важно поддерживать этот образ в глазах других людей. Этот человек, он использует вот твои слабости как способ еще больше укрепить свою позицию. Ему нужно, чтобы другие видели вот его как опору, да, как образец уверенности, внутренней силы. И он готов дальше распространять вот эти слухи о твоей неуверенности, чтобы еще больше усилить свое влияние, понимаешь? Королева мечей — это как лучше реагировать на все вот это говно. Подожди, я успокоюсь, меня аж затрясло. Ну смотри, по королеве мечей ты уже поняла ответ, да, абстрагироваться, но скажу тебе более развернуто. Ну, прежде всего, будь предельно честна с собой и с другими, особенно с собой. Ты знаешь, кто ты, и тебе не нужно там оправдываться перед кем-то, да, там пытаться доказать свою ценность. Вместо того, чтобы вот увлекаться в эти разговоры, да, там, спорить и так далее, подойди к ситуации трезво и с холодным рассудком. Смотри вот на все эти сплетни, как на что-то такое мелкое, да, там, не так, вот, недостойное твоего внимания. Вот именно так, недостойного вот так. Понимаешь? То есть, знаешь, вот королева мечей, она говорит о том, что тебе нужно оставаться выше всех вот этих интриг, манипуляций, этой всей херни. Не позволяй этим словам сбить тебя с толку и заставить сомневаться в себе. Вот лично я тебе говорю, ты лучше этого человека. Ты вообще красавчик. У тебя есть внутренняя сила, есть ясность мысли, которые могут тебе вот увидеть всю ситуацию насквозь. Ты красавчик, он говно. Извините меня. Я разошелся, мне просто неприятен этот человек. Сосредоточься на собственных целях. На своей правде. Не трать свою энергию на это ничтожество. Тот, кто пытается вот тянуть тебя вниз. Ну, ничтожество же он. А ты сильнее, чем кажется. Твоя решимость, твоя ясность мыслей, они позволяют тебе преодолеть вот это все лживое. Чуть матом не сказал. Я извиняюсь, я прям не могу, тут человек такой какашка. В общем, не ведись на манипуляции. Ты дедова внучка, и ты красавчик, а он какашка. Вот и все. Зачем ты на какашку обращаешь внимание? Не наступай на какашки. Абстрагируйся от него. Ладно, я закончу с этим вариантом, а то меня аж что-то перекоробило. Так, давайте перейдем ко второму варианту. Пятерка жезлов. Туз мечей. Смерть. И восьмерка кубков. Ну смотри, первая карта — это что говорят за твоей спиной. Ну, за спиной говорят, что ты вечно любишь спорить, искать поводы для конфликта, да, по пятерке жезлов. То есть люди считают, что тебе просто необходимо вот вступать в эти пререкания, как будто ты вот не хочешь пройти мимо, ты не можешь пройти мимо какой-то спорной ситуации, чтобы вот не вставить свое словечко. Люди обсуждают, что ты всегда находишь вот способ поставить свое мнение выше других, даже когда вот дело того не стоит. Тебя видят вот как человека, который обижается постоянно, даже если,
как сказать-то вот, обижается, если не получается вставить свое слово. То есть ты обожаешь вызовы, да, всякие, постоянно ищешь такие ситуации, где можно проявить свою вот настойчивость, да, горячность, я бы сказал. И некоторые говорят, да, что ты склонна к драматизации, всегда готова раздувать там любое несогласие до состояния слона. Ну, то есть, прям вот любишь конфронтации. И они считают, что тебе важно доказать свою правоту, даже если это приведет к ненужным там спорам, разногласиям и так далее. То есть тебя обсуждают как человека, который готов бороться до последнего, отстаивая свою точку зрения, даже если идет там вразрез с гармонией и спокойствием. И в их глазах ты тот, кто вот не отступает в спорах и всегда ищет способ вот выйти победителем, даже когда сама осознаешь, что ты не права. Кто распространяет эти разговоры, туз мечей? Ну, эти разговоры распространяет твой коллега, да, который занимает более высокую должность по тузу мечей. То есть этот человек, он, знаешь, он настоящий стратег. Он умен, да, любит проявлять свою власть, особенно на рабочем месте. Он видит себя лидером и считает, что может контролировать ситуацию, манипулируя мнением других. Ему нравится вот быть тем, кто направляет разговоры и обсуждения. И он не упустит возможности использовать свою позицию, да, чтобы внести свои комментарии о тебе, которых, как говорится, никто не спрашивал. Этот человек, он отличается, знаешь, острым умом, холодным рассудком. Он привык подходить вот к делам с точки зрения логики, да, контроля. В своей речи он всегда вот уверен, да, точен, его слова оказывают сильное влияние на окружающих. Поэтому делаю вывод, это коллега на работе, который выше тебя рангом. И вот когда он говорит о тебе, его слова воспринимаются всерьез. Он любит вот быть в центре внимания, использовать свои вот эти аналитические способности, чтобы создавать определенное впечатление, да, о людях. И в этом случае он решил направить свое внимание на тебя. Для чего человеку это нужно по смерти? Ну, он о тебе говорит, чтобы вызвать перемены. Ему вот, знаешь, хочется разрушить старые представления о тебе и создать новый образ в глазах окружающих, я имею в виду. Он видит тебя вот как угрозу, да? Ну или человек, который вот может стать препятствием для его собственных планов. И поэтому он пытается изменить твое положение в коллективе, на работе. Этот человек, он стремится вот стереть старую картину, да, где ты, возможно, значимая фигура, и заменить ее новой, где ты выглядишь вот менее влиятельной, понимаешь? Он использует вот обсуждение о тебе, чтобы лишить тебя силы, лишить тебя уверенности, чтобы разорвать твое влияние вот на коллектив. Его цель — это трансформировать то, вот как тебя видят другие, ослабить твои позиции, подорвать твою репутацию. Он не просто говорит о тебе, он, знаешь, вот стремится создать изменения, которые вот негативно скажутся на твоем статусе. Вот в надежде, что это даст ему больше возможностей для собственного роста, конечно же. Восьмерка кубков – это как тебе реагировать на эти разговоры? Ну смотри, лучший ответ на эти разговоры – это просто отпустить их. Восьмерка кубков – она о том, что вот тебе нужно дистанцироваться от этой ситуации и не позволять себе вовлекаться в чужие интриги. Тебе стоит уйти от споров, от ненужных разногласий, оставить позади все вот эти мелкие игры и не принимать их близко к сердцу. Пусть этот человек трындит, что хочет. Важно то, вот, как ты сама видишь свою роль и свое место в жизни. Понимаешь? Оставь эти разговоры позади. Вот как старую одежду, которая больше вот тебе не налезает. Понимаешь?
ты выше всего этого, и твоя сила вот в твоей способности двигаться дальше, не задерживаясь там на негативе и не позволяя другим там контролировать твои эмоции. Перестань тратить время на людей, которые не понимают твои ценности. Фокусируйся только на своем пути и вот на тех, кто тебя поддерживает. Твое будущее – это не то, что говорят другие, а то, что ты сама для себя создаешь, понимаешь? Поэтому нахрен этого человека. Вот такой был второй вариант. Ну а мы давайте переходим к третьему варианту, а ты подписаться не забудь. Итак, рыцарь жезлов, пятерка пентаклей, четверка пентаклей и десятка кубков. Что за твоей спиной говорят, рыцарь жезлов? Ну, за твоей спиной этот человек говорит, что вот хочет разорвать все связи с тобой. То есть этот человек, он или она, скорее всего, он, да, он вот обсуждает, что не хочет больше общаться с тобой, что вот ваши взаимоотношения стали ему обузой. Ну или там просто потеряли для него всякую ценность. Ты для него была важным человеком, но сейчас он вот испытывает желание уйти, сжечь мосты, да, оставить все позади и так далее. Его слова, они полны решимости, полны твердости. Он готов двигаться вот вперед без оглядки. Понимаешь? И это вызывает у него вот прям настоящую страсть. Желание перемен, стремление уйти от тебя и так далее. Прям страстно хочет уйти. Возможно, это там, как сказать, друг. Не обязательно это твой любимый человек. Этот человек, он выражает вот недовольство твоими действиями или вот тем, как вы взаимодействуете, и говорит, что ему нужно что-то новое, да более интересное, чем ваши отношения. Он обсуждает с другими, как хочет уйти из этой вот связи с тобой, чтобы больше не оглядываться назад. И ему кажется, что это решение – это лучшее, что он может сделать для себя. И он не скрывает своего намерения. Понимаешь? Кто эти разговоры человек ведет, который всегда жалуется на жизнь? Особенно на свои вот финансовые проблемы. То есть это тот человек, кого ты знаешь, как узнаешь. Он вечно тебе ноет, он вечно тебе жалуется, что у него там денег вечно не хватает, все не так идет, как хочется. Этот человек, он привык видеть вот себя в роли жертвы обстоятельств. И его недовольство собой и своим положением часто проецируется на окружающих, включая и тебя. Этот человек, он живет вот с ощущением недостатка. И это не только про деньги, это и про отсутствие внутреннего удовлетворения. Его вечные жалобы – это стали визитной карточкой егошней. Егошней. Знаешь, он использует вот эти свои разговоры о тебе, да, как способ почувствовать себя немного лучше. Он делится своими претензиями, негативом, чтобы получить хоть какое-то признание. Ну и внимание, соответственно. Его мотивы – это не злоба. Это, знаешь, это глубокое разочарование в самом себе и желание вот сбросить этот груз на кого-то другого. Для чего этого человеку нужно это все? Но этот человек говорит о тебе за твоей спиной, чтобы вот защитить свое маленькое личное пространство. Понимаешь? И, соответственно, свою иллюзию контроля. Он боится потерять то, что у него есть, и думает, что, обсуждая тебя, он сохранит свое положение, да, укрепит свои границы. И он цепляется за свои мысли, за свои взгляды, за свои страхи, как вот за последнее это бревно, которое плывет, да? Ему, знаешь, вот важно создать вокруг себя ощущение стабильности. И чтобы этого достичь, он старается контролировать людей и ситуацию вокруг себя.
То есть он использует вот разговоры о тебе, да, как способ удерживать все под своим контролем, чтобы никто не мог вот вмешаться в его маленький мир. Он боится перемен, он боится там потерять что-то важное для себя. И поэтому он предпочитает держать все в своих руках, даже если это означает говорить там о других за спиной. Десятка кубков – это как тебе реагировать. Ну, ответ по десятке кубков – это просто оставить их позади, да? Сосредоточиться на своем собственном счастье. Десятка кубков, она о том, что вот твоя сила в твоей способности находить радость в своей жизни, независимо от того, что говорят или там думают другие. Ты должна окружить себя такими людьми, которые действительно тебя ценят, которые действительно любят тебя. И ты не должна позволять чужим разговорам влиять на твое состояние внутреннее. Ты заслуживаешь счастья, ты заслуживаешь спокойствия. И если кто-то говорит за твоей спиной, это лишь показывает их собственные слабости, их собственную неуверенность в самих себе. Пусть их слова там остаются с ними, а ты двигайся дальше с уверенностью и, соответственно, любовью к себе, ну и к своим близким тоже. Находи радость в мелочах, вот в тех, кто действительно дорог тебе, и знай, что твоя гармония – это самое ценное, что у тебя есть. Все остальное – это только пустой шум. Пустой шум людей-какашек. Больше ничего. Вот такой у нас сегодня был расклад. И обязательно заходи на Boosty, подписывайся на этот канал и приходи в «Проживание арканов». Я тебя там жду, а то ты обещаешь прийти, но не приходишь. И помни, что дед всегда рядом.